есть чувство, что эта тема будет побеждена. Арендованная кувалда сломалась. Вот. На уши поднял всю деревню, нашли сварочный аппарат. Что делаем? Сейчас забиваем 4 трубы, сверху их обвариваем. Вот, я еще сделаю настил и сверху поднагружу. И он точно не выдавится никакими там песками, которые тут намываются. Точно намоется. И все будет сидеть очень хорошо. Свершилось невероятное, септик зарыт. Парни идеально отработали, быстро и четко в этой нашей ситуации, потому что когда дорылись до нужной глубины, вода стала лезть отовсюду, обсыпаться стенки. Они успели только, я там привез два утяжелителя, таких якорёчка, успели только один заякорить, потому что он туда лег. Там, как бы хорошо сел в песок. Вот пока там что-то ленту заправляли, переправляли, в общем, уже стало все замывать, вода подыматься, песок обсыпаться со стенок. В общем, тут же врубили насос, стали наполнять септик водой. Вот воды в колодце хватило, вот оттуда кинули шланг. Вот. И в конечном итоге второй якорек не смогли привязать. Вот он лежит сверху у нас в качестве утяжелителя. И тут меня накрывает мысль, а что бы, наверное, не вбить трубы поглубже и между собой не обвязать. Во-первых, мы его между собой, между трубами как бы зафиксируем. Он, пока грунт будет усаживаться, его там сильно шевелить никуда не будет, влево-вправо. Плюс я потом сейчас временно накидал кирпичей, утяжелил. Сейчас тут где-то килограмм 150-200, наверное, не 200, но 150 точно. Вот, поднагрузил сверху. И потом еще вместо кирпича привезу какие-нибудь утяжелители простые. И он будет как бы сверху прижимать сам септик, и он точно не всплывет.
Вот такая вот конструкция под землей. Вот. И зарыли на ту самую высоту, какую мне и нужно было, какую я и хотел. В крайнем случае, думал, если будет много воды, придется его чуть повыше оставлять и тогда проходить сквозь дом с канализацией, чего очень не хотелось делать. Пришлось бы где-то вот в этом месте там сверлиться, ну, в общем. А так, ну, просто вот здесь вот видим, вот в этом месте внизу, и вот он как раз... Уклонов более чем достаточно будет для того, чтобы прийти в септик. Вот. И тут еще пофантазирую, как сделать. Или мы просто до канавы докинем, прокинем трубу, или я еще там какой-то велосипед изобрету для того, чтобы рассеивать здесь воды, может быть, там. Есть такие там трубы специальные. Может быть, мы их тут закопаем в грунт. И все, будет тут рассеиваться вода. Ну, посмотрим. Не буду забегать вперед, пока на этом этапе и так все прекрасно. Все великолепно. Я нереально счастлив, что у нас это удалось сделать. Будем жить цивилизованно скоро. Так как септик нормально не укрыт, здесь по ночам по-прежнему холода, такие нормальные, минус 9. Чтобы он не замерз, я погрузил в среднюю секцию кипятильник, для того, чтобы он грелся. Сейчас проверим, что тут сработало или нет. Вода в соседних секциях теплая, поэтому кипятильничек выполняет свою функцию, и он не размерзнется. Мороз закончится, вытащу. Вот